спагетти с моцареллой и томатным соусом. Посолить кипящую воду и отварить спагетти, учитывая рекомендации производителя по времени варки, которое указано на упаковке макаронного изделия. Готовые спагетти откинуть на дуршлаг и отложить. Тем временем подогреть на сковороде 3-4 столовые ложки томатного соуса и добавить к нему сыр моцареллы. Все перемешать и добавить спагетти к сковороде с соусом из томатного соуса и моцареллы. Перемешать, погреть все вместе на медленном огне 1-2 минуты и готово. Приятного аппетита!